Привет всем, с вами The Games, и это обращение к подписчикам. Подписчикам нашего любимого канала The Games. Блин, мне неудобно сидеть. Так, что же у нас? Я говорю тихо, потому что уже часики 12, может 11. Есть по телеку Футурама, вот смотрите. Люблю смотреть Футураму, у меня здесь должна быть игра Футурама. Вот, идет на украинском на канале Кьюти. Я сейчас буду вам говорить, около двух частей говорить, что же нам будет в будущем, что же будет больше. Я уже коплю, у меня вот сейчас 30 секундочку. Вот у меня уже, смотрите, какая копилка. Здесь вроде 7 рублей, гривен. Я коплю вот так, как... Вот так. А есть мелочь. Ой, пришел, пошел, купил мороженое. Я еще что-то купил. Потом уж мелочь бросаю, все. Вот такая копилка. Потом, думаю, может, в сентябре купить там PSP. Куплю себе PSP, будет, конечно же, я знаю, будет одна игра в подарки, обязательно сделаю на нее распаковку, обязательно сделаю на нее обзор. Еще я куплю игр штук 2, может одну, сделаю на них тоже распаковку игру. И делаю, конечно же, сделаю распаковку PSP. Ну, вот так вот. Что же нас еще ждет? Что же перед этим ждут нас? Я думаю, перед этим, я не знаю, может заказать веб-камеру в компьютер. У меня есть вебка, но у меня она хромает, не работает. Как-то там сломалась я как-то. Я, может, закажу вебку. Да, я закажу вебку. Хочу себе с вентом посмотрела 135 гривен и плюс досалка 20 гривен, но то может будет 155. Плюс еще может на нее куплю какую-то гарантию или что-то такое. Вот так. Ну, смотрите, куплю-ка. Что же я куплю? Это, конечно же, веб-камеру. Потому что нужно капец по скайпу говорить, она не работает. Куплю вебку, PSP, игры. Так, что же еще мне понадобится? Ну, я не знаю, что же еще. Ну, вот так, кстати, мне как видите, мне очень нравится наш канал. И очень нравится канал. Я создал. Я бы создавал на видео, но я создавал минут 40. Сначала смотрел видосы, потом создавал. Очень нравится. И, кстати, может, будет на канале какие-то изменения. Может, видюхи какие-то, может, какие-то фото. Пока. До новых встреч. Это была первая серия. Внимание подписчикам. Пока. Ждите вторую серию, которую я сниму прямо сейчас.